Ремонт дорог в Караганде взят под строжайший контроль. Сегодня первый заместитель акима области лично проконтролировал ход работ. При этом резкой критике подверглись подрядные организации, которые провели ямочный ремонт на улице Гоголя. Подробности в репортаже. Сегодня первый заместитель акима области Асылбек Дусибаев лично проконтролировал ход ремонтных работ на автодорогах. Первым пунктом стала улица Гоголя. Здесь Асылбек Дусибаев подверг резкой критике подрядной организации, которые провели ямочный ремонт. Весь город отфрезерует, все ездят потом. По ямам. Если погода не позволяет, а я считаю, что погода была идеальная. Вот сначала, получается, ремонтных работ, она была идеальная. Надо было вот фишки вот такие ставить, как вот красные, вдоль этих ям. Этого не было сделано. Подрядным организациям было указано то, чтобы впредь после работ по фрезерованию они не оставляли участки без асфальтирования более чем на один день. На ежедневный, ежечасный контроль. Мониторинг все. Надо помочь, значит, посмотреть, что здесь там не хватает. Надо посмотреть, как надо организовать работу так, чтобы первое... Простые правила, вы их знаете. Не допустить вот того, что фрезеровали, и по неделям потом фрезерованный асфальт ставили. Ну, в дождь, понятно, не ложить данный асфальт. И качество там. Следующим объектом посещения стала улица Сатпаева, где проводятся работы по среднему ремонту. На улице решено провести основательный ремонт с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, который хорошо себя зарекомендовал на центральных улицах города, гранитного бордюра и пешеходных тротуаров. Директор подрядной организации заверил, что завершит работы раньше запланированного срока, то есть до 15 сентября. Далее Асылбек Дусибаев ознакомился с ходом работ по улице Волгодонская, где также производятся работы по среднему ремонту. По заверению руководства подрядной организации, весь необходимый материал закуплен. Техника находится на объекте. Работы планируют завершить до 1 июля. В текущем году руководство области уделило особое внимание состоянию дорог областного центра, поскольку эти дороги не выдерживают никакой критики. В связи с этим акимату города выделены дополнительные финансовые средства. По итогам объезда первый заместитель акима области поручил усилить контроль за качеством работ. Батагоз Батырбекова, Айдос Садыков, 5 канал.